Ребята, всем привет! Приехал я опять на свое любимое поле. Снега поднавалило маленько за эти дни. Вроде и температура плюсовая. Ночью там 0, минус 1. А днем так сейчас вот плюс 3 показывает, я ехал утром. Но снежку поднавалило. Ну, приехал опять ходить по тем местам, где бродил. На той же программе опять хожу CoinFast с катушкой X35, получается 17,2 кГц. Настройки также, как и в прошлый раз, отклонил от стандартных, поставил на 95, на 96 поставил чувствительность, дискриминация вместо 7 5,5 и скорость вместо 3 2 поставил. Вот иду, сейчас сигнальчик вылез, вроде на вид 83, интересно, сейчас посмотрим. Что ж тут такое? А, бляха-муха, пробка. Да, долбит нормально. Пробки он, конечно, 81. 81. Ладно. Идем дальше. Вот сигнальчик еще выкопал. Пуговка, похоже. Ага. Пуговка такая малышка. Ходил, ребят, по одному участку, тишина, проволока, всякие мелкие. Конечно, вот что стоит отметить, аппарат цепляет очень хорошо всякую мелочевку. Прям уже такие обломочки маленькие от проволоки, от пробочек, так всякие не пиля. Прям мелочевку, нормально, бодро он пищит на них. Посмотрим, конечно, как дальше себя будет вести. Все, сезон покажет. Но на мелочь нормально он. Нюх у него нормально настроен. Ладно, пойду сейчас чуть-чуть в другой квадрат. Там похожу. Тоже, где раньше сигналы вылазили. Полажу там. Так, где тут еще у меня вылезло? Это ручечка от чего-то. 74. Непонятная штучка, короче, какая-то рукояточка. Два сигнальчик вылез. Ну,
Монитос. Сейчас чуть-чуть снежки помочим. Что-то какой-то фенинг или два фенинга, наверное. Совсем убитенький. Не вижу, что тут. Или шиллинг. Короче, нечитаемый. Вот сигнальчик еще, ребят, выпал. Какая-то плюшечка совсем маленькая, свинцовая. Пломбочка, наверное, какая-то затертая. Был сигнальчик 60, ребята. Вот сейчас выкопал, стал 54. Советина 10 копеек. А, не, 15 копеек 45-го. Прикольно. Рамочник. Такая пятнашечка. Рыжая. Ну вот, ребят, иду по тем же местам абсолютно, где и ходил раньше. И так ходил и вдоль, и поперек, и не один раз. И сигнальчики лезут. Это приятно. Выкопал вот еще один. 77. Вот она. Что тут у нас? Пятачок или троячок, что ли? Пятачок советина. Сейчас чуть-чуть снегом помусолим. Подубитенький, жалко. 61-й год. Поздний советик. Подхожу вот так вот вдоль. Там он, где дом. Тут раньше дом стоял по карте тоже. Ну, вот на поле прям. Его раскатали, и вот тут вот сигнальчики лезут. Вон сигнальчик опять. 49-50 бил. Три мешка. Пряжечка такая. Ребята, хороший сигнальчик выкопал. И вот вижу, торчит кто-то зелененький. Не пойму, пуговка или монетка. Снежком.
закисшая такая. Закисшая, зеленая. Не пойму. Не пойму, кто это. Вроде и рельефчик какой-то просматривается. Ладно, потом разберемся. Зеленочка такая, короче. Семьдесят семь. Пломбочка вылетела. Такая пломбелла. Ребят, ну как всегда, Нюша прибежала на 85. А 85 это у нас вон кто выглядывает. Это у нас зильбергрошик, да, Нюша? Это у нас зильбергрошик. Хороший. 1867. Приятненько, серебришко. Да, Нюшка? Отлично. 51 и вот у нас что-то советено. 20 копеек поздние 61-го. Эх, тоже хорошо. 81. Такая замусоренная здесь территория. Аж 98 фигачит. Вот такое колечко. Тоже в цвет они лупят, конечно. Девяносто четыре. Такое кольцо. Ладно, идем дальше. Ну все, ребята, закончил на сегодня. Хорош, поеду домой. Нюша, иди конфету дам. Нюшке сейчас конфету презентуем. Вот точилка. Поеду домой. Так, советики. Зильбергрош, да и так мелочевка всякая. Нормально, короче. Сейчас чуть позже помоюсь маленько вот в луже и результат сниму. Ну все, закончил, ребята. Вон Нюша бегает, провожает меня. Пока, Нюша, пока. До новых встреч.
Короче, вот так получилось у меня. Монеток, советики вон чуть-чуть. Пломба. Какая-то вот нечитаемая одна монета. Ну, шиллинг, наверное. Потом какой-то вот такой. Евпатий Калаврат. Что такое, непонятно, короче. Серебрушечка одна, вот зильбер грошек попался. 1867. Вот. Потом какая-то вон древнятинка, пряжечки, шмяжечки. Наперсточек целый. Ну и советики. А, вот еще, кстати. Отмыл, там одна нечитаемая была. Не знаю я, что это такое, пуговица, что ли? Или жетон какой-то, уже такое попадалось мне. Блин, не фокусируется, нифига. Короче, с орлом такая штука. Уже где-то была у меня такая. Тоже в таком никаком сохране. Вот. Ну нормально, вот хожу с новым прибором. Бью старые места. Как бы что-то довылазит, это уже хорошо. Еще приеду, еще есть там где ходить. Ну все. Если понравилось, ставьте этот самый класс или лайк, как там называется. Если нет, то значит наоборот. Подписывайтесь. Буду еще снимать что-нибудь интересное. Сейчас на этот, на квадрокоптер коплю. Хочу себе Mavic Pro. Так что вот куплю, буду более прогрессивные видосики запиливать. Все, спасибо за просмотр вам, ребята.